К нашему эфиру присоединяется наш следующий гость в эфире. Это политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрий Левусь. Дмитрий, рад приветствовать. Здравствуйте. Мы услышали о нехватке рабочей силы, о нехватке взрывчатки. А политическая составляющая в этом вопросе есть? Знаете, тут вообще, конечно, мировоззренческая составляющая изначально виновата. Почему? Потому что когда в начале 90-х перестал существовать Советский Союз, и мыслители типа Фрэнсиса Фукуямы начали писать о конце истории и подобные вещи, когда казалось, что все, вот настанет мир, и где-то на этом фоне показалось, что все, военное производство не нужно, и вот так все и пошло. Да. То есть, ну, это, политическая составляющая, конечно же, есть, и политическая составляющая, скорее, все-таки направлена на решение проблемы. Почему? Потому что оказалось действительно, что сложнее развернуть производство, чем это получается, чем это казалось. Однако все-таки Европейский Союз подходит достаточно системной основе, и вот разработана стратегия оборонно-промышленного комплекса, которая, в общем-то, предусматривает производство. Там речь идет не только о снарядах. Почему? Потому что если есть такие мировоззренческие, да, проблемы, то естественно, что оно влияет на всю, на все составляющие. И к 2030 году половина всего военного производства Европейского Союза будет, половина потребностей Европейского Союза будет обеспечивать свое производство. Туда вписана Украина, внесена как составляющая возможностей. Есть и пока что для быстроты решения есть и другие пути. Это чешская инициатива по снарядам, которая для коалиция снарядная для Украины. То есть то, что нужно сейчас, поскольку все-таки производство оказывается нужно и для своих потребностей. То есть мир. Оказалось, что мир не изменился. Оказывается, что все-таки нужно быть готовым как минимум к войне. И вот этот процесс идет сейчас таким образом. Ну и кроме под стратегию оборонно-промышленного комплекса, там принят еще целый ряд документов, которые более конкретизируют это производство. Опять же, проходят саммиты оборонной промышленности, которые собирает Украина. Один проводился в Украине, другой вот недавно проводился в Брюсселе. Вот, так что направление избрано. А широкий ли консенсус поддерживает это направление? Я думаю, что на самом деле в таком стратегическом плане он достаточно широк. Почему? Потому что, ну да, есть, естественно, разные взгляды, да, то есть мы уже видели и на других примерах, в том числе, например, с атомной энергетикой в Германии, да, то есть, вот, опять же, зеленый переход никуда не делся, да, то есть все эти вещи, они, кстати, тоже определенным образом влияют, и пацифистские восприятия, да, и, ну, много, да, много разных факторов, но по большому счету, я думаю, что есть консенсус. Единственное, причем тут же тоже не только о тратах, да, то есть по большому счету это тянет за собой создание, развитие своего оборонно-промышленного комплекса, тянет за собой и развитие разных отраслей и создание в смежных местах, в смежных отраслях рабочие места. То есть другое дело, что вопрос по скорости. Да. Я думаю, что вот с консенсусом тяжело, во-первых, относительно мобилизации производства, чтобы сделать ее, ускорить его. И второй момент, что насколько все-таки это, оно должно быть объемным и масштабным. Вот тут, я думаю, есть определенные нюансы. Окей. Скажите, пожалуйста, ну вот те политические решения, которые сегодня принимаются и продвигают, например, то самое производство или ускорение темпов производства снарядов для Украины, освещается ли оно таким образом, что часть средств, выделяемых на это, все-таки положительно будет влиять на экономику тех государств, где будет происходить это производство? Ну то есть каким образом
работают политики с населением, со своим электоратом для того, чтобы продвигать эти темы? Ну, сложно сказать мне, потому что я все-таки не внутри этого, да, процесса, и тут, видимо, в Европе это, наверное, как-то заметнее. На первый взгляд, вероятно, это не является основной аргументацией. Все-таки основная аргументация ведется о безопасности. И вот тут, да, тут есть определенная сложность, потому что все-таки тяжело войну, которая идет в другой стране, и пусть даже в Европе, но далеко от Европы, да, ну, далеко от Европейского Союза, да, так сказать, условно, все время воспринимать как то, что угрожает непосредственно тебе. Естественно, что вот я думаю, что где-то это тоже и влияет на то, что не используется вот эта тема того, что это может быть и выгодно, да, то есть оно как-то на отдалении, и тем более, что процессы в избирательном, в таком, в электоральном поле Европейского Союза идут очень сложные. Да, это правда, мы являемся свидетелями этих процессов. Есть еще одна тема, она не менее политизирована, и касается применения Украиной западного вооружения для нанесения ударов по военным объектам на территории страны-агрессора, на территории Российской Федерации. Парламентская ассамблея Североатлантического альянса призвала правительство стран-членов НАТО дать разрешение Украине бить по легитимным военным целям на территории РФ западным оружием. Состоявшийся факт уже. Почему это настолько сложно принимается на политическом уровне странами-членами Североатлантического альянса? Какие основные сегодня опасения существуют? Действительно ли опасения эскалации, хотя о какой еще эскалации может идти речь в свете нанесения ударов Российской Федерации по гражданским объектам, по критической инфраструктуре, никакого отношения не имеющейся к военным объектам и так далее, вообще может идти речь? Насколько этот фактор влияет? Ну, действительно, все-таки можем говорить о том, что тут как раз наоборот все идет к достижению консенсуса. Да, почему? Потому что помимо парламентской ассамблеи НАТО есть решение вполне конкретных стран и вполне конкретные заявления, да, о возможности нанесения этих ударов. То есть это, причем оно на разных уровнях это происходит. Где-то говорит министр обороны, да, как в Швеции. Где-то это говорится на самом высоком уровне, как в Латвии, об этом заявил президент Ринкевич. Вот. Генеральный секретарь НАТО об этом говорил. Да, есть еще целый ряд стран. Литва, да, то есть, ну, Франция теперь вот, да, как вроде бы, да, тоже уже об этом ведет речь. То есть и решение парламентской ассамблеи НАТО, оно очень важно именно в том плане, что все-таки это то, что уменьшает возможности у противников, да, на что-то ссылаться. То есть это то, что добавляет легитимности для такого решения. Да, ну, как будто бы формально, но оно на самом деле влияет. История того, как проходило голосование, тоже достаточно показательна. И, в общем-то, против голосовали, ну, там воздержалась, по-моему, Венгрия, против проголосовал кто-то из Германии, и в общем-то, все-таки единство сохранено, да, в этом плане. Так что тут это очень такой тоже показательный момент. А опасения, конечно же, опасения эскалации, опасения того, что Россия может это воспринять как угрозу, как удар непосредственно по территории Российской Федерации. Но дело в чем? Дело в том, что это однозначно не так. Это то, что Путин сумел продать на Запад. Да, то есть, об этом можно много говорить. Да? Ну, то есть, да, действительно, во-первых, России не нужны поводы, во-вторых, она все равно уже применила все, что только можно применить, вплоть до химического оружия, да, например, и оно регулярно применяется, при этом сейчас звучат обвинения в сторону Украины, и взорвана Каховская ГЭС. Но
Выходит, тем не менее, даже вот эта аргументация, что удар по территории Российской Федерации, он, мол, приведет... Ну, дело в чем? Дело в том, что понятно, что Россия, которая объявила о том, что Крым принадлежит ей, что ей принадлежат якобы четыре области украинские, которые ей частично оккупированы, там постоянно удары именно оружием западного производства производятся на системной основе, и Россия почему-то это не воспринимает, да, как вот эту красную линию, о которой говорится. Поэтому, тем не менее, для очень многих политиков это реально работает, а для многих, ну, это все-таки, наверное, до конца не пришло понимание того, что эскалацией на самом деле нельзя управлять. Да, то есть иллюзия того, что если не дать возможности Украине побеждать Россию, то это, мол, приведет к тому, что с Россией потом можно будет восстановить диалог и потом опять откатить все назад. А вот с Россией, потерпевшей поражение, будет очень сложно, потому что или там возникнет еще более какой-то ужасный режим, или она распадется, и тогда будет много неконтролируемых разных рисков. Это на самом деле большое заблуждение. Почему? Потому что все-таки ну, оно есть, оно присутствует. И вот эти вещи определяют. Реальный страх у одних и иллюзия того, что удар по России будет приводить к ее поражению, и это будет еще, мол, хуже. Вот. Это, в обоих случаях это не так. Но оно работает. Электоральный фактор срабатывает? Ну, мол, конечно, это не понравится потенциальным голосующим. Я думаю, что да. Тем более, что тут как раз тоже тот момент, где мнение у многих людей в Европе сформировано на основе того, что вот есть Россия, которая страшная, непобедимая, и надо злить. И вот, да, где-то с этими страхами работают, на них тоже опираются. Но это, кстати, не значит, что это абсолютно стабильный, да, страх. Почему? Потому что мы видели, как в условиях 24 февраля, да, люди принимали все-таки взвешенные, да, ну, скажем так, они принимали правильные решения, да, на эмоциональное, да, но все-таки правительство принимали взвешенные решения относительно помощи Украине. Я думаю, что на самом деле все-таки перспектива решения этого вопроса есть, и мы сейчас, в общем-то, наверное, где-то это даже и наблюдаем. Дмитрий, спасибо большое. Дмитрий Левусь, политолог-международник, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан», к нашему эфиру присоединялся. Спасибо.